Всем привет! Сегодня будем рассматривать стандартную программу для обработки фотографий для телефона Huawei Honor 10. Для начала откроем любую картинку, которая у нас есть на телефоне. Вот, например, фотография брелочка, которую я недавно связала. Чтобы открыть возможность редактирования, мы нажимаем на кнопку «Изменить». Видим, у нас открывается внизу панелька, можно поворачивать изображение, можно обрезать. Мне нужно кадрировать, потому что я это изображение хочу в соцсети опубликовать в посте. Здесь можно пролистать, видим несколько вариантов кадрирования. Мне нужно один к одному по форме квадрат. Изображение я хочу, чтобы было в центре, поэтому сдвигаю рамочку и нажимаю галочку. Хорошо, изображение кадрировано. Также можно добавлять разные фильтры, но фильтры я не особо люблю ими пользоваться. Мне нужна сейчас возможность, мне нужно затенение. Это тоже размытие фона, которое у нас есть в Snapseed. Я выбрала радиальное, можно выбрать линейное, например, вот так, покрутить по диагонали, все зависит от вашего изображения. Мне нужно радиальное, я увеличиваю радиус и выбираю интенсивность. Можно выбрать от незначительного до сильного размытия. Я хочу оставить так, но радиус чуть снижу. Будет вот так, то есть коробка в фокусе, остальное все немножко размыто. Нажали на галку, сохранили. Также есть возможность заливки. Можно выбрать цвет и восстановить его. Есть возможность настройки. Здесь можно регулировать яркость, контрастность, насыщенность, резкость, блики, тени, оттенок, черно-белый фильтр. Но этими возможностями я пользуюсь в Snapseed. Здесь они мне кажутся не очень удобными. Также есть мозаика, граффити, водяной знак и возможность добавить метку. Этот редактор хорош только для экспресс-обработки, такой как поворот, обрезка и размытие фона. Для более детальной коррекции я использую Snapseed. Что сделаю с этой фотографией, я покажу в следующем видео. Сейчас нажму на кнопочку «Сохранить», и изображение у меня сохранится в моем телефоне. Итак, мы открыли Snapseed, нажимаем на плюсик, чтобы открыть нужную нам фотографию. Я выбираю коробку и выбираю инструменты. Он у меня уже кадрирован в стандартном приложении телефона. Сейчас же я хочу немножко сделать коррекцию и выбрать параметр светлые участки, потому что я хочу немножко ее высветлить. Нажимаю галочку, снова захожу в коррекцию. Хочу я также немножечко сгладить тени, которые есть. То есть, если в сторону темного, то будет совсем. Поэтому поворачиваю в сторону плюса. Максимум мне не нужен. Мне нужно чуть-чуть. Также нажимаю галочку. Снова захожу в инструменты. И выбираю кисть. Мне нужна экспозиция, потому что часть изображение все-таки ушла в темную сторону, и мне нужно ее немножечко высветлить. А высветлить именно некоторые участки, где чуть темнее, чем нужно мне. Поэтому я выбрала экспозицию 0.7. Вот было у нас вот так, стало посветлее. Такая фотография наиболее лично мне приятно. Также кистью можно температуру, насыщенность измерять, но в данном случае мне это не нужно. Я оставляю как есть. Было темно, стало светлее. Нажимаем экспорт и изображение сохраняем.